Друзья, всем привет! Я там записывала про океанариум. Я поняла, что я не рассказала маленький кусочек. Ну, по-моему, не рассказала. Я точно уже не помню. Может, упоминала об этом. Я не знаю. В общем, нас когда отвели к морскому льву, дело в том, что рассказывали о том, что его, значит, спасли из природы. Каким образом? Его родители убили браконьеры. И, значит, этот морской лев уже был, так сказать, под наблюдением. Вот. На него и сначала подумали, что это морской котик, потому что его воспитывала мама, морской котик, со своими детками. Но потом увидели, что он начинает очень сильно расти и становится уже больше, чем мама. И потом, значит, поняли, что это все-таки морской лев, а не морской котик. И мама морской котик, она его не выкормит, и она не даст ему основы, вот как научиться о себе самому заботиться в будущем, как научиться добывать себе пищу и так далее. И поэтому было принято решение его забрать и отвезти в океанариум Владивостокский. Ну и, значит, потому что он сам о себе заботиться не сможет в будущем. И, значит, он в данный момент вот там и находится. То есть его как бы спасли. Вот. Я хотела об этом рассказать. Мне кажется, что я уже об этом говорила. Вот. Но я уже точно не помню. Вот так вот. Что, в принципе, это, по-моему, все, что я хотела рассказать об океанариуме. Единственное, что сейчас, уже спустя, когда мы уже туда съездили, уже когда я начала записывать видео об океанариуме, о туристическом бюро Паллада, сейчас ходит много слухов о том, что там не соблюдаются правила техники безопасности, что там плохо чистится дно, стенки бассейна, что там все ржавеет, что все это портит животные своими зубами, что содержатся животные плохо, что есть больные животные, что больные содержатся со здоровыми. Так далее. Я сейчас очень много слухов, достаточно таких вот, жарко очень, сори, достаточно противоречивых слышу о океанариуме, и, честно говоря, я не знаю, что мне надо сказать, мне нечего сказать, потому что, с одной стороны, там действительно очень красиво и классно было, с другой стороны, да, действительно, насколько это правильно содержать животных в неволе, наверное, неправильно, но, возможно, есть же случаи, когда они сами о себе, вот как морской лев, не могли бы позаботиться, я не знаю, я не разбираюсь в этом вопросе, я не знаю, как лучше. Я, например, против вот этих вот маленьких контактных зоопарков, где каждый заходит покормить животное, помацать и так далее. Насчет этого я против. Насчет океанариума, насчет вот в цирке, когда издеваются над животными, чтобы те вот выступали, да, тоже, в принципе, против. Я, честно, не знаю даже. Я не знаю, как лучше. Как. У меня есть как бы мысли, что это и неправильно, и есть мысли, что и норм. Я не знаю, правда. Я не буду врать, я не знаю, насколько это нужно, и насколько это правильно, насколько хорошо там животным или плохо и так далее, я не знаю, честно. Господи, аллергия. И одно так другое. Я не могу ничего по этому поводу сказать. Нам предложили поехать, мы поехали. Мы получили действительно там удовольствие. Там очень красиво, очень феерично. Волшебно, там невероятная чарующая атмосфера. Нам очень понравилось смотреть на животных, но я не знаю, насколько им там хорошо. Наверное, возможно, и не очень хорошо, я правда не знаю, вот. Господи. Ой, боже, сколько стоит поездка, я не знаю, вот, потому что эта поездка давалась как путевка от работы, вот, туда, поэтому я без понятия, сколько стоит посещение, вот, мы не покупали билеты на кассе и так далее, поэтому тут я ничего не могу сказать, я правда не знаю, насколько хорошо там животным и... Если действительно там им плохо и что ничего не соблюдается в рамках, вот что над ними реально издеваются, то это, конечно, ужас. Вот, слава богу, что тренера не молчат, слава богу, что они высказываются, что есть какие-то проверки и так далее, да. Вот я записываю как бы о том, как нам было классно, прочитав в новостях такие вещи, я теперь даже и не знаю, как-то вот осадок такой на душе, я даже... Как-то так.